Вся правда шансона. Шансон ТВ. О чем поет страна? Глубинка запевает страдания под гармонь. Мегаполис колбасится под дипхаус и поет о неразделенной любви в большом городе. Оленеводы Нарьян-Мара затягивают длинную песню бескрайнего севера. И все же, о чем поет наша большая и многонациональная страна? Здравствуйте, с вами Катя Катушкина и «Вся правда шансона». Вся правда шансона. Не так давно на Шансон ТВ появилась большая программа «О чем поет страна». В ней мы показываем ваши видео, которые приходят на адрес конкурс@шансон.тв. Любительские, профессиональные, снятые на камеру смартфона, любые видеоролики. В этом выпуске «Правда шансона» самые яркие клипы программы «О чем поет страна». О чем поет страна? О чем поет страна? О чем поет страна? А вот еще один зритель Шансон ТВ Александр Думлер из Германии прислал нам новогоднее видео. Александр сам пишет песни и сам их исполняет. Посмотрите, какой яркий новогодний клип получился у Александра. Мне прям опять захотелось упасть в тазик с праздничным оливье. Это праздник Новый год, праздник счастья и веселья. В каждый дом пусть принесет всем добра, любви, весенья. Все желания твои пусть исполнятся сегодня. Мира, счастья и любви этой ночи новогодней. Программа «О чем поет страна» на Шансон ТВ – это программа с очень богатой географией. Клипы в программу шлют из Израиля, Германии. О чем поет страна? О чем поет страна? О чем поет страна? Вам клипы наших зрителей нравятся или нет? Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Спешите составить свое мнение. Смотрите программу «О чем поет страна» на Шансон ТВ. Оставляйте комментарии в официальных группах Шансон ТВ в Инстаграме, Одноклассниках, ВКонтакте, Твиттере, Фейсбуке и в Google+. А если у вас есть клип или просто видеозапись, где вы поете, присылайте свое творчество на адрес конкурс@шансон.тв. И вас обязательно покажут в большой музыкальной программе «О чем поет страна». С вами была Катя Катушкина и «Вся правда шансона». До скорого! «Вся правда шансона».